Привет, с вами снова я, Никита Шина. После того, как я сжег дом мистера Биста, меня посадили на 2 года. И вот на дворе 2023 год. После этого я поехал в банк забирать имущество. Здравствуйте, я хотел бы забрать свою машину с квартирой, которую оставлял на поперечный банк. Извините, но у вас коллекторы все забрали. Как? И что мне делать? Sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away. Вы конец. Это только начало. Да, да, да. Работа. Ура! Надо быстрее вещи собирать. Здравствуйте, я насчет работы охранником. Привет! О, хорошо, что ты пришел. Сегодня ночью начинай работу. Уже? Ну хорошо. Осмотрись пока что. Какая зарплата? 25 000. До свидания. Пока. Ура! У меня работа. Работяги, детей веселите каждый день, но отдыхайте.
Я себе квартиру арендовал на зарплату. Радио что ли включить? Говоря ненаучным языком, это похоже на то, что обитают призраки. Это похоже на то, как вода проводит электричество. Остаток — это смешение с материальными, с нематериальными, памяти с настоящим. Люди и вещи, которые потеряны, это снова делает их реальными. Что за пиздец говорят на ТВ? Промокод Диско и получи 1000 бесплатных вращений. Казино Джокер всегда на твоей стороне. Привет, Никита! Привет! Как дела на работе? Да помаленьку. Извини, мне нужно бежать. Ну давай, удачи! Кажется, я влюбился. Белое горит. Ой, ночи темные, да горячи объятья. Сердце да девичье ты заговорил. Ой, мама маленькая, да не умею врать я. Любимый мой, лети, как и вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой. Степи до ковыль до самой до зари, долго ли коротко, а на двоих дорога. Сердце до девичье ты заговорил. Ой, люди добрые, да не судите строго. Любимый мой, лети, как и вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой. Что за сон дурацкий приснился? Я еще на работу опаздываю. Привет, у нас нововведение, марионетка. Сходи познакомься. Ну привет, хорошо, спасибо. Что за херня?
Ты не слышала что-то? Да, сходи посмотри. Твою мать! Это что такое? Нужно срочно звонить в полиц. Стой! Если ты позвонишь, то во всем обвинят тебя, тебя же и посадят. Блин, я уже сидел. Хорошо, что ты предлагаешь. Убери труп девочки в черные мешки, а марионетку отведи в здание. Бляха! Хорошо! Главное сделать все в чистом виде. Ну вот, надеюсь, меня не спалят. Что с ней? Не знаю, может, осырела из-за дождя. Ладно. Что вы делаете? Нет, нет, этого не может быть. Ну и ночка, надеюсь, со мной ничего не сделают. Танечка плачет, в которой я потерял работу. Кто-то звонит? Алло, привет! Привет! Я тебе нашла новую работу в новой пиццерии. Серьезно? Спасибо большое! Не за что! Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра. Но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, будь. Что-то главное вышло из моды, а мы согласно законам природы все вгрызаемся в мир, будто рыба пила. Остается лишь тонкая нам нить, как по-русски уже не упомнить, а по-абитски стало бы. Вчера ночью ехать лень,